Добрый вечер. Расскажу, как прошел сегодняшний день. Как видите, ничего не изменилось, еще только усугубилось. Беспорядок как художественный, так и вообще. Ну что, сегодня у нас оттепель, шел дождь. Очень странная, конечно, погода, такого еще не было в Сибири. Но обещают, МЧС прислал гололед, похолодание, мороз. Муж ушел на работу и, конечно, гололед тут очень плохо. Надеемся, что ну, как-то обойдется без всяких эксцессов. Дальше. Ходила в спортзал. Если раньше занималась силовыми нагрузками до Нового года, и когда всем говорила, не надо бросать начатое, я бросила, потому что, опять же, из-за графика работы и очень уставала. И теперь опять по новой начинать очень сложно. И уже мне не очень хочется физические нагрузки, когда я начинала вот так усиленно еще дома, когда лордоза я у себя определила. Я добилась какого-то результата, я заметила, что я постранела. Сейчас немножко, конечно, появляется тут вот жир. Ну, что хочу сказать. Я же до Нового года покупала марафон у Ани, это моя хорошая подруга. И там у нее начинается со стоп, проработка стоп, этот, разминка. И я хочу сказать, что да, наверное, я все-таки буду делать это. Потому что я силы у меня еще есть, знаете, пороховница. Силы у меня есть. И вот эти силовые упражнения я делать могу. Но у меня нет гибкости. Все суставы мои такие уже, знаете, не то что зажаты. То есть они не хотят двигаться так, как им, как бы мне хотелось. И я понимаю, что нужно работать в этом направлении. Со стоп тоже обязательно нужно начинать работать, потому что косточка вот эта у меня тоже, она зажата на стопе, плоскостопие. И нужно еще дополнительно купить мне стельки в обувь, в которой я хожу на работе, у меня есть стельки. И прорабатывать вот это все. Особенно это ярко ты чувствуешь вот эти все изменения возрастные. По весне, когда ты начинаешь менять обувь зимней, переходить на какую-то летнюю, весеннюю, и косточки очень чувствуешь ты смену обуви, подъема и так далее. Давно как бы не есть у меня сапоги на каблуке, но пока я не знаю, не решаюсь ходить, нужно проработать пальчики эти вообще зажатые. А у нее так интересно, у нее пальчики ног отдельно вот так вот ходят. Вот чего нужно мне достичь. Конечно, в связи, вот когда была еще у меня вот это с этими, с Альфа-банком, стресс какой-то такой я получила. Просто я почувствовала это сразу на коленке. А у нас по женской линии в семье такие проблемы у всех были. Поэтому буду так поменьше себя нагружать и заниматься разминкой, вот такой гимнастикой. А там, знаете, как пойдет. Но сегодня воскресенье, я с таким удовольствием в спортзал шла, не хотела это делать все. Покачала пресс, но там же стоит теннис на стол. И я сегодня уже второй раз играла сегодня с Мишей, он получше играет. Ну и как бы мы друг друга знаем, поэтому я попросила мне не поддаваться. Сыграла, не знаю, 5-6 раз, проиграла, но с таким удовольствием проиграла, потому что оно прям вот получается. Ну, уже пришла вчера, рассказывала, какое я удовольствие получила. И все, я его говорю, я хочу с тобой сыграть. Просто у нас в молодости, когда мы поженились, тоже бизнес у нас был, компьютерный клуб, ну, игротека, игровые приставки. И ставили там еще теннисный стол, и тоже дети могли выбирать, ну, и кто приходил, или играть ему в приставку, или вот в теннис настольный. Когда не было там желающих, играла я. Но в основном все хотели, знаете, сначала... Ну, если со мной играть, то это же бесплатно. А потом уже как бы на вылет и все. И мне вечно не хватало времени. Но мне нравилось играть с мужем, потому что ну, вот он хорошо играл. И мне нравится, когда мне поддаются. Вот честно, мне не нравится. Мне хочется, тогда ты совершенствуешься, нарабатываешь какие-то удары. Ну, в общем, мне стало жарко, Миша жарко.
я столько энергии потратила и удовольствия вообще. И теперь я мужа соблазняю сыграть в теннис с ним. Ну, он такой у меня домосед. Она говорит, если бы дома поставить, я говорю, да, конечно, дома. Ну, посмотрим, как там пойдет у нас. Ну, это такие вот эмоции свои рассказала, приятные. Потом комментарии я почитала по поводу светофора и покупок, наших покупок колбасы. Ну, знаете, я все понимаю, что можно готовить, тормозки собирать, но мужу, он говорит, некогда ему там есть, там остановиться некогда, нужно вот так, чтобы были кусочки, кусочничает там. Обычно ему там покупала на работу вот такое мясо, магазин, вот до Нового года у них еще были продажи, а теперь вот только сейчас завезли эту продукцию, не такая, как в светофоре, конечно, вот такое натуральное мясо, по 430 рублей, теперь нам нужно его как-то поделить и спрятать, чтобы ему хотя бы на несколько дней досталось, на несколько смен, потому что, ну, и Матвей любит мясо, и я это мясо люблю, а готовить мне некогда, потому что когда же мне готовить, если я занимаюсь творчеством? Сейчас вот я допишу видео, и сейчас 10 вечера я буду варить борщ, у меня уже сварились куриные, индюшиная воля, не голяшки, хотела сказать. И нужно смонтировать видео, благо, что мне на работу к 9, надеюсь, что у меня все получится еще. Вещи в стиралке нужно повесить. Ну и хочу похвастаться я картиной. Осталось дорисовать усы. Все-таки. Нам нужно в четверти или за год 4, поэтому решила все-таки дорисовать. Может быть, поставят нам такую. Ну, не два, надеюсь. Так, и хочу сказать, что записала видео на тему запоров. Такое ругательное немного видео будет. Выложу через несколько дней, наверное. Посмотрю. Пишите комментарии, вопросы, пожелания. И мне эта тема очень хочется, на эту тему ее освещать. Очень интересно мне ваши отзывы слышать. И там какой-то был вопрос. Может ли фармацевт, даже если врач не может поставить диагноз? Ну, слушайте, я же за всех фармацевтов не отвечаю, потому что мы все люди мы все разные, у каждого своя цель, интерес, у каждого свой. Если честно, не все фармацевты хотят вообще консультировать, потому что, ну, как бы, нам за это не платят, некоторые так думают. Кто-то, может, не знает, кто-то не хочет знать, брать на себя ответственность. Мне просто интересно, вот я такой человек, мне интересно, чтобы был результат, мне интересно вот ворошить это все в интернете и добиваться какой-то правды. Главное, что я хочу сказать, что важен настрой человека, очень важно. И если человек настроен выздоравливать, у него всегда все получится. Вот я в этом уверена. Ну, на этом, наверное, мы закончим. Пока Матвей шуршит в холодильнике, я зашла показать, как он прибил ковер. Не разрешает же заходить в комнату. Кошка сразу пыталась прыгать на него, сейчас спит. Ну вот, не будет вытираться стенка. И нормально. Там у него жизнь прекрасна.